Здравствуйте! Вы на канале GD News, и это новости Geometry Dash, выпуск 4. А вот лучший комментарий, который был под прошлым выпуском. Сегодня вы узнаете, что происходило в мире Geometry Dash за последние несколько дней. Поехали! Partition Zone выложил на свой канал прохождение уровня Boomlings. Это новый уровень от Virtuoso, который является хорошим креатором мини-игр. Кто не знает, Boomlings — это старая игра Роберта. В списке 100 рекордных по сложности демонов произошли изменения. Extreme Demon Sigma теперь на 7 месте. Это мега-коллаб, организованный Mindcap и проверенный Technical 49. Теперь все последующие уровни сместились на один вниз. Например, Итагорасу с 7 места сместился на 8. Paroxysm с 23 места попал на 21. Artificial Ashen с 17 места переместился на 24. Subversive также остался на 96 месте. Bloodbath теперь на 60 месте. Guitar Hero Styles выложил на свой канал подборку фейлов за 2017-2018 год. В нее вошли такие фейлы: Blade of Justice 91% и 94%, Booty T 2 90% и 93%, Future Funk 99%, X10 и Phobos 77%, X2 и многие другие. Quietos que os va a venir. In nomine Patrii, du Filii, du Spiritus Sancti. Виприн сегодня в Твиттере опубликовал запись, что GD Awards будет проводиться перед выходом 2.2, а также он подтверждает, что сама 2.2 выйдет в скором времени, но нужно подождать, пока Роберт даст знак на проведение этого события. Та анимация, которая готовится, приурочена к началу этого события. Также Виприн опубликовал список номинаций, которые будут в Awards. Игрок Габс поставил рекорд 39% на Зодиак. Игрок Гаджимс поставил рекорд на Ларго Эспера 69%. Третью монетку. Игрок Bold Step прошел Extreme Demon Breakout. Thank you. I had to re-beat this thing. Oxygen GD сейчас строит уровень, который он примерно будет оценивать как Extreme Demon. Он записал видео на свой канал прохождение этого уровня с 7 до 11%. Название уровня New Road to the Hell. Зачем я эту хрень стреляю? Один. Желаем ему удачи в дальнейшей постройке этого уровня. И последняя новость на сегодня. Роб Топ оставил еще два комментария. Он написал, что история комментариев будет пофиксена и что будут новые гаунтлеты в 2.2. Комментарии были написаны в разное время. Спасибо за просмотр. Понравилось видео? Поставьте лайк и подпишитесь на канал.